Друзья, всем привет! И сегодня мы рассмотрим типичную ситуацию. При межевании соседний участок залез на мой. Что делать? Рассмотрим эту спорную ситуацию. Данный земельный участок в собственности больше 10 лет. 2 года назад купили соседский участок, поставили забор между нами. Согласно бывшим разметкам, стали межевать, и оказалось, что их участок залез на мой. Участок имею с 90-х годов, у меня есть свидетельство на землю. Приходит геодезист, обмерил, все сходится по документам. А соседский участок совпадает с их документами. Мне надо двигать участок. Но у меня документы на 10 лет раньше оформлены. И мой участок крайний на улице. Что делать? И надо ли межевать, если есть свидетельство, выданное раньше? На этот вопрос отвечу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Это достаточно распространенная ситуация. Закон не обязывает собственников, оформивших участки ранее, делать межевания и определять их границы. Обычно это делают при продаже участка, строительстве дома, получении ипотеки и так далее. И тогда выясняется, что границы между соседями не совпадают. Прав в данном случае тот, кто установил границы первым. Кто раньше оформил собственность, в данном случае не учитывается. До 2012 года координаты границ земельных участков не определялись. Эта практика возникла с образованием государственного кадастра недвижимости. Теперь можно точно определить местонахождение любого участка и его границы. А все споры, связанные между соседями о границах земельных участков, разрешаются только в судебном порядке. Друзья, если вам понравилось это видео, оставляйте свои комментарии. Пишите в комментариях темы, которые вы хотели бы услышать в отношении земельных участков и строений. Я обязательно что-нибудь постараюсь для вас подготовить. До новых встреч!